Всем привет, ребят. Немножко штанга надоело. Вот, вчера Мишка Пригунов прислал комплекс, который он делал в нескучном кроссфите в Москве. Это гребля, свинги и отжимания на кольцах, и опять концовочка гребли. В принципе, комплекс, надеюсь, кайфовый. Чисто подышать, хорошо пробздеться. Вот. Немножечко сделать такую сегодня восстановительную тренировку, продышаться. Вот. Ну и что, понеслась потихонечку. Ноги убились в хлам. Вообще, в принципе, круто. Именно такая тема для ног. Кольца, я так понимаю, были для отдыха между свингами. Не, хорошо было. Супер. Фу. Ну вот, подышал нормально. Всем пока. 15.07 получилось. Не, ну я понимаю, что 10 секунд себе прорисовал, но честно, проследите, все было четко. Но все равно, молодость быстрее, я уверен, что в нескучном кроссфите люди делали, скорее всего, из 10 минут. Так что я старый лошара. Ребят, всем привет еще раз. Вот решил сделать задание группы Б и посмотреть, насколько я все-таки не готов дойти до трастеров, как сказала бабушка на улице. Она говорит: слышите, вы случайно не Рудаковский? Я говорю: да. А, так, ё-моё, так вы же в группе Б, даже до трастеров не дойдете. Ё-моё. А задание-то следующее. 10 бурпи, 30 трастеров с весом 35 килограмм. Второй кружочек у нас 20 с весом 45 килограмм и 20 бурпи. И третий 55 килограмм трастеры 10 раз. И 30 красивых бурпи через штангу. Вот. Когда я это все рассказал бабушке, бабушка сказала: слышь, сынок, да ты же даже до трастеров не дойдешь, этих 55, сдохнешь же, скотина. Вот я сегодня решил проверить.
Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Да куда одиннадцать? Все-таки бабка была права. Тварь. Блин, мясо.